молюсь те, не мучи меня, по великому духове нечистому, языкию человека, от многу лет восхищаши его, и висаху его узы железные путы, стребущие его, и растерзая узы, гоним бы ваши бесом сквозь пустыни, вопроси же его Иисус глаголя, что тебе есть имя, он же рече, легион, я губеси мнозе, в недуше вон. Помилуем и спасем нас, я глаголя. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне. И слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Несть пред Отцем верни к божественному и пречудному образу пресвятые Богоматери. И моли его весь народ страны Гадаринской от эти от них, яко страхом велим одержим и беху, он же в лес корабль возвратися, молящийся же ему муж, из него же, из идоша беси дабы с ним был. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Твоим лютою смертью, но оживотворите кровью твоей честною. Все же отвечаем мне от света являются, все будет.
значим, если этот храм практически не открывался никогда, то вот буквально меньше даже двух лет, как началось восстановление храма. Пощади, помилуй рабов твоих, любовью болящей Левтины, от рукавицы Евгении Витали, послушницы Валентины Сергия, Фатини, Ольги, Анастасии, Анны, с очадами, любови, с очадами. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пощадите рабов твоих и простите им всякое прегрешение, вольное и невольное, показательно на них, видно.